Во, у нас на улице какие сугробы намели. Но это на тракторе. Приезжал парень, сгребал, чтобы он к тому дому подъезжать. И вот у нас здесь так. А вот это, этот забор 1,5 метра же, да? Да. Смотрите, осталось сколько всего. Больше метра снега намело. А здесь мы его не накидывали специально, просто намело столько много. Везде очень много снега. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Вчера у нас была вьюга. Потом к вечеру уже было так хорошо. Ветер стих, и погода такая хорошая была, и даже солнышко выглянуло. Я немножко поснимала, я вам покажу, вставлю, что было вчера, какая погода. Я думала, что уже погода наладилась, и что... Ой, сейчас я... И что будет так здорово, и такая, ну, температура хорошая, не сильно холодная была. Ну, не было сильного мороза. И понимаете, что сегодня утром проснулись, и снова идет снег. Снег идет, но тоже тепло. Сегодня 19 января. Я вас всех поздравляю. Дорогие подписчики и зрители моего канала, с крещением Господним. Так называют этот праздник. Сегодня должны быть крещенские морозы, но в этом году никаких морозов у нас не было. Так что на улице тепло, хорошо. Голуби прилетели, и сегодня впервые голубь прилетел, наш голубь, мой голубь прилетел на крыльцо и ел на крыльце. Я тоже вставлю эти кадры и покажу. Может быть, я его так и приучу, как бы одного подлетать. Ну, правда, здесь были два маленьких голубочка, но ничего, на крылечко бы они летали. А то здесь вот сильно много снега. Вон, видите? Тут даже не видно, наверное, дорожку-то, как мне. Прочищаю постоянно. Ну вот такие дела. Потом сходим еще в стайку, посмотрим, как там дела идут у нас. Дорогие зрители, в этот день я хочу вам пожелать крепкого здоровья, удачи, счастья, любви и всего самого хорошего. А на улице у нас -9. -9. Надо же, а так тепло. Ну, вообще просто тепло. Я даже не подумала, что такая температура. Ну, снег опять. Вот посмотрите, что снег идет. Пока Толя собирался сбросить снег с гаража, дорожку замело снова. Он дорожку прочистил туда, ее замело. Не успеваем, короче говоря, мы за снегом. И вот с этой стороны, видите, сколько много снега? Прям много. Ну, будем надеяться, что в этом году будет хороший урожай на огороде. Все засыпано.
Гуля, Гуля, Гуля. Гуля, 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 Гуля. Первый раз здесь, а там пусто уже. Кружку принеси пшеницы мне, а. Только потихоньку. Потихоньку подходи, не махай руками. Первый раз на это едят. Сейчас из дома. Потом возьму. Да, не надо. Да, ладно, не надо. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Гуля, гуля, гуленька. Первый раз гули прилетели сюда и не боятся. Ну вот эти два молоденьких голубочка, совсем прям маленькие какие-то. Сильно голодные, наверное. Наелись. Вон он наш полетел. О!
Вон он. Один полетел. Вон куда-то улетел. Пойдешь? Я пошла. Шагай. Вперед. Давай, шагай. Пошли, Рича. Быстрее иди, толстопузик. Идет, еле-еле переваливается с ноги на ногу. Давай быстрее. Сейчас уже 4 часа дня. 18 января. Посмотрите, как прояснилось небо. Немножко ветерок остался. Вообще так тепло на улице, так хорошо. Рича? А, Рича, ты куда пошел? Сидит, думает. Там мы дорожку, конечно, уже прочистили. Везде все прочистили. Посмотрите, какое небо красивое. О, какая красота. После такой бури, после такого ветра, после такой вьюги. Так красиво на небе. Но ветер еще остался, конечно. Но он не холодный. Вообще не холодный. И так хорошо видно гору нашу. Прям воздух прозрачный. До самого неба. И с этой стороны тоже красивое небо какое. Речь, что думаешь? Пошел сразу. Ну иди. Заходи.